кандидатов Соболь, Жданова, Яшина, Янкаускаса, Гудкова, Галямину сняли с выборов в Мосгордуму. То есть теперь уже окончательно официально и так далее. Вот пишут, что на митинг оппозиции сегодня на Трубной площади пришло 15 человек, потому что шел дождь. Да, вот шел дождь, и говорят, ну, может быть, не 15, всегда же привирает, ну, пусть 50. Пусть даже 100 человек пришли, пусть даже 200 пришли. Охереть. А если пойдет снег, они вообще не выйдут никуда, никогда. Пишут, что 1500 было, а не 15 человек. Пожалуйста, 1500, что это меняет? 15 человек и 1500. Есть какая-то разница для Москвы? Давайте говорить откровенно, абсолютно никакой. Если бы как в Гонконге, да, где проживает 6 миллионов, блядь, вышло 2. Ну, тогда да. Там, ну, предположим, даже вышло бы сейчас не 1500, а вышло бы 150 тысяч. Ну, это уже как-то, вот как 26 числа. Ну, что же они не пошли-то? Там было больше 1000. Ну, пожалуйста, я говорю, ну, вот разница, на самом деле, для полиции, для всей этой мрази, для путинских, 15 человек или 1000, или чуть-чуть больше 1000, разницы же нет никакой. Вот если Путину доложили, что вышло 300 тысяч, вот это да. Суд в Москве арестовал на 3 суток 2 задержанных на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Ну, видите, так вот они хватают, сажают потихоньку, да, чтобы ну, страх вызвать в людях, нежелание, геморрой, да, иметь и так далее. Поэтому я всех призываю, выходите, и в том числе на Сахарова, и в том числе каждый день в 7 часов туда идите, на Трубную площадь, зовите соседей, независимо, как вы относитесь к этим кандидатам, мы не за этих кандидатов бьемся, мы за права каждого, кто живет в России, и за бесправие, вернее, мы бьемся против бесправия каждого, кто живет в России. Вот такие дела. Так.